Российский модельер Маша Цигаль представила свою коллекцию «Весна-лето 2009» на российской неделе моды. Она скомбинировала энергичные спортивные силуэты с роскошными тканями, шелком, бархатом, ручной вышивкой и бисером. На моделях расписные рубашки и платья с приспущенным плечом, а также шляпы. Маша одевает не только российских знаменитостей. В одежду от Цигаль была одета Уитни Хьюстон в одном из своих турне, а принц Монако Альберт, будучи в Москве, заказал у Маши костюм. В России одежда дизайна Маши Цигаль продается наравне с такими именами, как Жан-Поль Готье, Вивьен Вествуд и Хелмут Ланг. Ее компания также шьет костюмы для театральных представлений и рекламных роликов. Российская неделя моды – самое большое модное событие в Восточной Европе и одно из ведущих в мире после Нью-Йорка, Лондона, Милана и Парижа. Здесь демонстрируются работы самых известных российских модельеров. Организаторы и участники не питают иллюзий по поводу статуса российских дизайнеров в международной индустрии моды. Насчет конкуренции с западными дизайнерами, конкурентоспособности вообще на мировом рынке, понимаете, дело в том, что они могут конкурировать как отдельные талантливые индивидуумы, да, но поскольку в стране нету индустрии, фэшн-индустрии, то конкурировать все серьезно, как бы, конечно, пока нет. На российскую неделю моды, в отличие от московской, каждый год приглашаются несколько иностранцев. В этом году более 60 модельеров из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Испании и Италии представят свои коллекции сезона «Весна-лето 2009» в Конгресс-холле Всемирного торгового центра в Москве. Еще одно известное имя российской моды – Катя Мосина. Она представила свою коллекцию под названием «Грибной сезон». Здесь в основном черные, серые и белые цвета. Женственные элементы сочетаются с более серьезными мужскими. У некоторых моделей сумки с грибами. У Кати есть магазин в Берлине, а в 2006 году она открыла выставочный зал в Москве.